Всем доброго времени суток. Дикая лиса Маркиза. Дневник приручения. Все, давай. Кого она проверяет? Вот кого? Яйцо дают, она проверяет кого-то. Знаешь. Побежала. Ну иди будешь, можешь еще, иди. Ну поближе подходи, ешь спокойно. Она не дотруга же, она не дотруга же, она не дотруга она. Ой, блин, пуха, сколько пуха. Почесать не дают все. Все роняет, все берет самое. Так, ладно. Сюда. Ну, ставь лапку нормально и все, и бери. Ну, иди. Иди, не вредничай, иди. Ну?
вон там ничего это. Ну иди. Кто-то будет думать сидеть. Уговаривать ее надо. Ну, слазь. Давай. Можешь ягодку есть? Ну вот же, вот тебе дали. Ну, пошла прятать. Один день ест финики, другой день не прячет их. Знаешь, что вкусное, сладкое. Давай демеска еще дам. Вот что ей надо, вот я ничего не пойму. Подошла, понюхала. И что? А? На ягодку тогда. Кто там уходит, кого-то она высматривает, кто там лазит-то? Будешь финик есть? А? Не хочет она. А что ты хочешь? Мясо будешь есть? А? Противная девка. Короче, она не хочет ничего. Будешь яйцо еще одно есть? А? Хулиганка. Яйцо будешь? Будешь яйцо есть? Или не будешь? Будешь, да? Ну ладно, я тебе яйцо тогда еще одно сделаю. Только вот только попробуй обмани меня. Только обмани, попробуй. Мясо она не хочет. Жарко сегодня было. Пить она хочет. Давай иди. Ну иди, я же тебя сделал, ты же просила. Давай. Ты же хочешь? Вредина. Давай иди, ешь. Иди. Ешь, иди, говорю. Вот я сижу тут, мошек кормлю из-за тебя. Пока ты ломаешься. Давай. Яйцо сделали второе. Она прятаться будет от меня. Ну же не поуговаривать же ее надо. Давай. Ближе подходи. Давай ты это ешь. Ой, больно ей сделали, больно. Давай иди ешь. Тихо. Все, ты шерсть у нее взялись. Она все обиделась. Ну иди ешь, иди, не буду тебя трогать. Иди. Да, хулиганка.
Вот же внутри, давай, ешь. Спряталась, чтобы ее не достали даже. Иди сюда. Ну. С этой стороны не хочет подходить. Ладно, все тогда. Доешь потом.